Сегодня день рождения у Данилы Паутова, и мы сделали вечеринку в эту честь. Вообще у нас большие планы на это место, и мы рассчитываем, что сегодня сюда придет большое количество молодых, агрессивных, но восприимчивых к музыкальному настроению людей. It's just hard to let it go when you trust and you don't go.